Конечно, это очень, так сказать, наверное, своевременно даже можно сказать, потому что, смотрите, проблемы, которые озвучиваются, та же экология, та же дороги, озеленение, они все в комплексе, и предназначен оргкомитет вот именно решать эти все проблемы в комплексе, потому что отделить, допустим, озеленение от благоустройства невозможно, дороги от, ну, от тротуаров не отделишь, мусор вообще ни от чего не отделишь. Поэтому все это надо. Для роли общественников она действительно важна. Это, так сказать, не для красивого словца, не популистские заявления, а все-таки вот к ним прислушиваются. Да к нашим общественникам попробуй не прислушайся. Ну, и вообще, действительно, в это, во все группы же включены, есть, входят представители общественности нашего города, в любую вот группу, в любой, очень активно. Ну. Какие вот ваша группа, какие предложения вы сегодня вносите? Ну, я, естественно, в группе озеленения, вот... Ну, много там предложений у нас, но самое большое, я считаю, что просто даже вот одно из предложений, да, у нас много очень зеленых насаждений, которые уже, ну, отслужили свой в это, они ровесники городу, вот, что надо омолаживать. Естественно, омолаживать не все в раз, а где-то постепенно какими-то в это. Вот для этого нужно тоже своего рода какой-то комплексный план, проект, хоть как назовите, что вот в этом году, чтобы не хаотично посадили в этом году, а на завтра пришли тепловики, там трассу разрыли, это уничтожали, чтобы все это было увязано именно в комплексе.